Всем привет! В этом видео я хочу вам показать, как сделать вот такой милый бантик для девочки из атласной ленты двух цветов на резиночке. Для работы нам понадобится 4 отрезка атласной ленты двух цветов, по 2 каждого цвета, 5 на 11 сантиметров. 4 отрезка ленты по 2 отрезочка каждого цвета, 5 на 9 сантиметров. 2 отрезочка 5 на 8 сантиметров по 1 каждого цвета. Отрезочек 2,5 на 6 сантиметров. Линейка, термопистолет, клей момент кристалл, ручка или карандашик, ножницы, зажигалка, резиночка и стразики. Берем отрезок ленты 11 сантиметров салатового цвета, 9 сантиметров розового цвета. На ленточку 9 сантиметров накладываем отрезочек другого цвета 11 сантиметров. И нагревая зажигалкой, чтобы нам удобно было работать, чтобы ленточки не скользили, склеивая. Вот что у нас получается. Теперь на отрезке 11 сантиметров от края отмеряем 4 сантиметра. И ставлю точку. Теперь сгибаем ленточку пополам по серединке нашей. И от середины в каждую сторону делаем по 2 складочки. 2 с одной стороны и 2 с другой стороны. И ровно где наша точка, так вот сшиваем иголочкой. Я даже не сшиваю, я просто завязываю, чтобы не было узелочка. Также соединяем второй конец ленты друг с другом. Теперь берем салатовый отрезочек ленты. В него накладываем розовый. И так чередуя на розовый салатовый снова, на салатовый розовый. Больше на меньший. И все то же самое делаем с этими тремя. После того, как мы сделали складочки на всех отрезочках, берем один из них, складываем вдвое, так, чтобы вот этот вот бантик получился лицевой стороной к нам. Берем иголочку с ниточкой и наметываем. Теперь берем второй отрезочек, тоже складываем вдвое. Если на первом отрезочке у нас была салатовая ленточка сверху, то на втором должна быть розовая. Также наметываем и стягиваем. Теперь напротив розовой ленточки верхней берем салатовую. После розовую. Все хорошенько стягиваем и сшиваем между собой. После того, как сшили, расправляем бантик, формируем красивый. Теперь ленточки делаем одна на другую, отрезочки вот эти. Прихватываем немножко клеем. Так, чтобы они у нас не расходились. Берем отрезочек 8 сантиметров, складываем вдвое, также краешки паливаем. Берем ниточки с иголкой и наметываем. Берем второй отрезочек 8 сантиметров, делаем то же самое. Затягиваем, сшиваем вместе, чтобы у нас получился такой разносторонний бантик. Берем термопистолет, смазываем его клеем, на большой бантик накладываем маленький и приклеиваем. Теперь берем резиночку и с изнаночной стороны пришиваем ее к бантику. Теперь берем отрезочек 2,5 на 8, складываем его пополам и проклеиваем.
Один край отрезочка наклеиваем на резиночку с изнаночной стороны. Обматываем бантик и второй край приклеиваем также с изнаночной стороны на резиночку. Берем стразики и приклеиваем на посерединке, на нашу серединку с одного края. 3. Теперь берем клей-момент кристалл и в каждую серединочку нашей сборки приклеиваем под стразинки. И так в каждую. Стразики в середину всех складочек мы приклеили. Теперь руками расправляем наш бантик. Вот, все, бантик расправили. Наш бантик готов. Вот такие вот бантики у нас получились. Очень милые для наших маленьких принцесс. Вот, кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, до новых встреч!